Вот, ребята, я хочу вам рассказать такую историю, что приключилось где-то 3 недели назад со мной возле станции London Bridge. Я ездил забирать документы от своих друзей, там, старого адреса. И, уезжая, уже подъезжая в этой London Bridge, я вышел из станции. Прохожу, а там на угле валяются 2 малолетки. Ну, я прошел, посмотрел, когда поезд, и увидел, что у меня есть еще минутка. Некоторое, чтобы перекурить. И я, как сказать, перекурил, вышел. Там 2 девки еще валяются. Я спросил у них, you alright? Они ответили, что-то там бормотали, я зажег сигарету, начал курить, одна из них подходит ко мне и спрашивает, дай сигарету. Я говорю, вы еще маленький, я вам не дам, блядь, вы малолетки. Ну, как не малолетки, то я сказал, молоденький еще. Но они, знаете, что сделали? Начали на меня там орать, и так далее, you're not my father. Ну, кто понимает по-английски, это очень несложные слова. И что дальше? Мне надоело этот, блядь, срач. Я fuck off сказал просто. Они сказали, что они пожалуются ментам. Я говорю, жалуйтесь, я ничего вам не сделал. А они, представляете, вызвали ментов, мент подбегает ко мне, надевает наручники. И за что? Я говорю, за что? Меня арестовывают. Они говорят, вот девки пожалуют, что и к ним ты пристаешь. Как я пристаю? Ну так и как, ну, понимаете как. Вот, и вот такая история, что они продержали меня, там проверяли мой адрес, все. Я стоял в наручниках возле входа. И представляете, такое дело. Они потом проверили меня, отвезли в участок, еще там, бля, 3 часа продержали. Потом было все, уже, наверное, просмотрели камеры, что я ничего там не делал. И отпустили меня. Так представляете, вот такая поучительная история, что ничего с этими бабами, девками вообще ничего не делайте. Ничего, потому что вас может просто повязать за педофилию. Представляете? И они сказали, что будет еще какое-то... Они мне пришлют письмо. Но они не прислали еще мне письма. И я как бы хочу засудить полицию за незаконное задержание. Вообще меня за что? Мне сказали антисоциальное поведение. Ну вот так. Так вот, ребята, не делайте такого. Потому что баба в этом матриархальном мире выше стоит вас. О каком мы равенстве говорим? Равенства нет, баба выше. Так кто вы, мужчина? Подумайте об этом. И другой раз, они даже менты мне сказали, другой раз, не связывайся с падалью. Ну, таких неадекватных людей, как они сказали. Ну, вот такое. Так вот, проходите мимо, убивать будет баб. Ничего не делал. Я уже один раз нарвался на черную. Тоже там она валялась, я спросил, у тебя все хорошо, она там плакала. Но все равно. Она потом наехала мне, почему ты так спрашиваешь, почему ты так делаешь? Блядь, да пошла ты нахуй, я ушел, ну там ментов не было. Так вот, баба может тебе бутылку закатать очень-очень-очень быстро. Если они бы не отказали своих, и не было видеокамер, что в Лондоне очень много, так... Ребята, думайте, чем вы являетесь мужчиной в этом мире? Нулем. Вот, блядь, я опять курю в самом том же месте, злоебучем. Ну вот, есть камера. А, опять прошу сигареты. Пиздец. Опять малолетки просят сигареты. Пиздец, когда снимать. Показал, что снимаю. I don't hear you. I don't hear you. Видели?
еще раз, блядь. Вот, блядь, злоебучее место, пиздец.